главный читальный зал библиотеки Семёна Полоцкого в Древнем Полоцке. Даже не представлял, что здесь сохранилась такая удивительная, уникальная библиотека. Со старым читальным залом, наверное, мало городов, в которых сохранились такие библиотеки с такой отделкой. Бывал в этом городе, но даже не представлял, что здесь есть музей книгопечатания с таким уникальным читальным залом.